морю, и к тому воздуху и свету, который там присутствует. Ну вот, я начинаю. Вот беру какую-то просто краску сначала и наношу, ну, общее ощущение, вот композицию. Сначала я придумываю композицию, да? Вот у нас вот эти вот скалы вот здесь вот будут. Вот еще о чем мы, да, вот больше что? Что здесь интересное? Вот интересная вот эта вот вся история в центре. Но при этом, ведь что забавно, вот это море нам кажется спокойным. Хотя на самом деле, когда мы там находились и находимся, то наш глаз, он не смотрит вот так, он блуждает от скал, вот к этой волне, вот к этому камню. Или нам кажется, которая волна идет там, она кажется большой. Потому что она большая, реально. Но вот фотоэффект, он это нивелирует.